Разиф Арахов за рулем трактора 30 лет. Первые уроки вождения ему дал отец. Они вместе работали на поле. Когда колхоз распался, Разиф Расимович переехал в город. Устроился в жилищное управление. В Ленинском районе он работает уже 21 год. Говорит, работа нелегкая. Трудностей это главные машины вот паркуют во дворах. Не в положенных местах. Вот мы же каждый день по дворам отходы, мусор собираем. Вот это трудности у нас в первую очередь. И зимой также, когда снег чистим. Машины не убирают. Основное это, а так остальное терпимо. Сегодня Разиф Арахов стартует по жребию первым. В конкурсе профессионального мастерства трактористов он принимает участие каждый год. В 2014 году тоже участвовал. Первое место занял по району, по республике. Это уже тоже приятно. Ну так по работе я свою работу люблю. Как говорится, душу отдаю. А других конкурсантов здесь и нет. Все профессионалы. Представители каждого района в УЖХ столицы. 8 человек. Соревнования проводятся в 2 этапа. Первый – теория. Трактористы сдают экзамен по правилам дорожного движения. Второй – практика на трактодроме. Зацепить надо необходимо будет приспособление, типа болванки. Затем змейка будет обязательно, подъем на горку, остановки, стоп-сигнал, заезд в гараж. То есть все те мероприятия, которые они выполняют ежедневно по городу Уфе. То есть, что касается вашей езды, то есть вот старый автодром есть, может на нем проехаться, вот туда проехать. Там эстакады есть, развороты есть, попробовать сцепление, педали акселератора. Все трактористы поставлены в равные условия. Они соревнуются в мастерстве на таком тракторе «Беларусь». На своих участках конкурсанты работают на таких же машинах. Николай Коткин – один из самых опытных трактористов Калининского района. Говорит, самое сложное было зацепить болванку. Как-то раз незнакомая, другой раз те разы все по-другому было, но тем интереснее. Компанию тройки лучших трактористов составят плотники, слесари и дворники. Они также участвуют в республиканском конкурсе «Лучший по профессии». Победителей назовут в августе. Андрей Шарыгин, Роман Гуманов, Сергей Ямаев. Городской телеканал ЮТВ.